За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Начало миссии. Thank you.
деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии. Бомба была установлена. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии. Да, ребят, бывают заглючки. Еще раз всем здравствуйте. Небольшой сбой микрофона произошел. У нас играют Гетаганг и Dream Team. Это по-прежнему показывал вам все моменты. Но вот как только у меня все наладилось, сразу же вернул для вас звук на... Ну что ж, Гетаганги, сейчас еще раз прочитаю вам все составы команд. Сейчас у нас готовится выход по мосту от Dream Team. Итак, Dream Team, Гарик Диас, Джекерс, Фанат, Саша Малоснов. Команда Гетаганг 2, Важный, Мистер Ди, Дарк Агрессор, Фури Сноу и Юа Батан. Вот такая команда. Вот такая команда. Вот в Мирку я уже отписался, что будет звук. Но это только через сколько-то там секунд. Ну что, Гарик снова на дороге, остается Дарк Агрессор и Батан. По-моему, это первый раунд сейчас для команды Dream Team. Бомба была минусов Малоснова, и Батан остается один. Смотрим за Батаном, есть минус от него. Ну, плант, он под плентом, как бы тяжело ему сейчас будет в этом эпизоде играть. Сложно. Все, забирают его. 2-1. Ну вот, в принципе, пока что довольно... напряженная игра, и, возможно, здесь будет даже целых три карты, серьезные соперники, и между ними может, ну, знаете, развернуться настоящая война. Ну и пока все это дело проходит, я сейчас, ребят, просто накладываю прицел, тут надо мне 440 пикселей промотать, и тогда все будет окей. У нас, кстати, быстрый выход сейчас какой-то от Dream Team, минус от Джекерс, минус от Малоснова, еще Новин пытается выйти Саша, здесь Батан, Джекерс уже на пленте через мидл прошел, Мистер Ди его забирает, уходит назад с винта. Мидл, нет, не выходит. Да что ж такое? Что они здесь тусуются в доме-то все в подъезде? Подъездная тусовочка заканчивается. Война в мидле. Агрессор, по-моему, пошел вин поджимать. Сейчас увидим. Немного, по-моему, сервер подлагивает. Ну, вроде бы все нормально. Сейчас проследим, куда же пройдет агрессор. Нет, возвращается он назад. Фанат уходит в тэшку. Ну и давайте за агрессором пока что посмотрим. А я все это время повыставляю прицел. Ну что, минус от Батана. Агрессор. Как бы ситуация 3 в 3. Можно сейчас что угодно делать. Фанат уже в пленте. Агрессор ждет поддержки со стороны своих тиммейтов. Потому что нужно, чтобы кто-то сейчас подтянулся. Бомба была уже установлена. Так, да, двое. Так, двойка сняли. Сейчас еще с винта поднимется игрок. И Мистер Ди уже коцанный. Смотри, что Малоснов должен давать жару. Не получилось. Какой-то вертухи. Батан его снимает. И Гарик 1-2. Гарику нужно девайс менять. Он с М200. Зачем? Надо бочку целиться, надо целиться бочку. Бочку взрывает, минус нул, но вот теперь уже Гарик может поиграть с мистером Ди. Ну что, врывается в дымы, 21 хп, достает дигл. И с диглом подходит к пленту. Ой, 8, ошибся. Ошибся, и поплатилась команда Dream Team за это 3-1 за Гетаганг 2 в этом матче. Вот такое веселое начало. Миссия провалена.
начала миссии. Тав, ты не знаешь, а ботан 68 не с Тамбова? Да нет, не знаю, что означает 68. Да ничего не означает, я не знаю. Ник занят был, ботан, вот 68 решил он прописать, наверное. Смотрим на карту. Итак, Джекер Стрит, фанатешка. Да, ой-ой-ой, там на винте двое пытаются пройти. Здесь Малоснов воюет. Ой, с Важным, как ему дали по голове. Бедный Важный, как он сейчас получил такую серьезную плюху. Ботан делает минус. Минус от Диоса. Забирает он ботана. И сейчас Dream Team в большинстве. Но вот должны разыграть. Поймали Фури снова на поджиме. Ну и уже бомба установлена. Отлично пока что играют в этом раунде, по крайней мере, Dream Team. Смотрим за мистером Ди. Ну, в принципе, наверное, он уже не сможет вытащить этот раунд. Слишком сложно. Слишком сложно для такой ситуации. Так, да, друзья, прицел начинаю наклацывать. Только пока на самом-то деле вот не было даже момента себе прицел наклацать. По-прежнему жду какого-нибудь обновления, чтобы спектаторский мод выглядел повеселее. Возможно, сами будем ковырять игру. Скорее всего, так и будет. Только наши программисты там закончат с Counter-Strike худом. Я думаю, здесь мы тоже что-нибудь поковыряем немного игру. Главное, чтобы Фрост нас не слишком сильно банил. 3-1, 3-2, точнее, уже счет в этом матче. Второй раунд только что выиграли Dream Team. Продолжается равная борьба. И я думаю, что здесь как бы не три карты были между гетагангами вторыми и Dream Team. Очень интересная игра у нас появляется в первом туре. И, конечно, будем следить за всеми событиями. И я думаю, сегодня мы уж полностью всю группу с вами посмотрим. Диос только что забирает Важного на винте. У Важного там последние два раунда не очень хорошо получается принимать. Но, опять же, это временно. И значит, что Важный соберется еще в этой игре. Ну что, пока что, ну, было хорошее преимущество в атаке. Вот теперь 3-4. Смотрим, чем закончится война на Б-плате. Здесь слева, справа игрок по центру. Минус 2 уже от Гетаганг. Минус 3, как они выбивают. Гарик 1 с М200. О, ну это жесть. Да, Джекерс написал, пфу. Ну, это действительно, пфу. Ну, сейчас увидим, что будет делать Гарик. Конечно, скорее всего, порву. Так, сразу хлпа была, маска. Ну, а как же без маски? Маска — это самое главное вообще в поинт-бланке. Я считаю, один из самых важных девайсов. Вот я вчера, допустим, ну, вообще, конечно, мозг ночью отключается. Я вчера играл, ребят, 2 или 3 карты. Просто бегал со скиллами на снайперский девайс. А бегал с аугом. То есть я себе поставил там дэмэдж на снайперские винтовки, я себе поставил ловкость плюс 2, я себе поставил бег. И вот с этими скиллами я тупо бегал с аугом 2 или 3 карты. Ну, кстати, довольно неплохо получалось. Я не знаю, если честно, разницы не слишком много я почувствовал. Хотя, знаете, конечно, я не так часто играю, чтобы там чувствовать разницу и разбираться настолько, как разбираются лучшие игроки в поинт-бланке. Ну что, Гарик по-прежнему мучает гетагангов вторых, и, ну, пока что ему получилось поставить бомбу. Пока что ему получилось поставить бомбу. Так, ну это вообще не вовремя. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Начало миссии. Вернулся к вам, друзья. 4-2. Там, конечно, сложная была ситуация у игрока команды Dream Team. Давайте смотреть за ребятами из Гетаганг в защите. Вот как они стоят. Ботан на пленте. Малоснов. Тэшки. Да, атака. Винт Важный по-прежнему. Уже вот так вот решил он его держать. Давайте сместимся. Гарик на мосту. То где же защита-то? Агрессор. Двойка. Фури Сноу. В доме. В доме. Там Гарри, кстати, идет сейчас к нему. Давайте посмотрим, чем закончится здесь замес. Хотя Стрит уже и Тэшка, по-моему, начинает аркаду. Двое Стрит, Малоснов, Тэшка. Да, Фари снова сейчас развели. Там Гарри пройдет под это движение. Хотя, знаете, вроде бы, ну, показались Стрит, показались Тэшка. Срывается Фури Сноу. Диос будет выходить винт. Там у него будет дуэль с Важным. Вот видите, они друг друга ждут. Важный тоже бросил позицию. Диос будет подавать винт или нет выходить? Вот сейчас смотрите, вот Диос должен подниматься. Важный должен смотреть эту позицию. Гарик уже в доме, Фури Сноу на катухах. Пошла в стрит, пошла Тэшка, минус от фаната. О, вот это серьезно. Ну и 5 Важного разорвали на винте. Правда, это не Диос его спину минус Сноу, это уже с плента он получил хедшот. Не идет игра, и Фури Сноу, который держал Б-план, сейчас также падает. Ну, такое, 4-3. Начало миссии.
Ну что ж, еще два раунда смотреть нам до конца первой карты. Первой половины, точнее, первой карты. Очень равно играют Гетаганги, вторые Dream Team. Напомню, что мы смотрим сегодня матчи группы Е. Половину матчей группы Е. Ну, до конца будем, скорее всего, до самого конца смотреть группы. И уже сегодня узнаем, кто пройдет во второй групповой этап. Ну что ж, давайте смотреть за игрой, что сейчас будет. У нас уже ломают сейчас Б-плант. Важно, уже забрали сейчас игроки Dream Team. Гарик снова на дороге с М200. Мистер Ди в планте. И Вин, по-моему, стягивается на Вин сейчас. Атака, да, Джекерс пойдет в стрит. Ну а здесь Дарк Агрессор сейчас на позиции важно, так как его тиммейта уже нет. Пошел выход, Гиос. А, Агрессор хорошо, Малоснов ответил сразу. Плент. Джекерс видел. Фури снова также видел стрит, но почему-то очень глупо он так пушкой на него вышел. Минус от Малоснова, минус от мистера Ди. И что? 3 в 2, ДТ в большинстве. Но по полжизни у Джекерса и Малоснова. Ну, Фури снова тоже не самый жирный такой персонаж. Так, прочекал только что Гариком мистер Ди, дал минус. Джекерс забирает предпоследнего игрока Гетаганг 2. И вот посмотрите, Джекерс краснючий, Малоснов поживее будет. Сейчас вот если Малоснов соберется. А, нет, все, оба ушли в тэшку, смотрим за мистером Ди. Что он будет делать? У него 104 хп, можно разварить сейчас и Малоснова. Можно и поднадавать сейчас и Джекерсу, если пропрет. Такая ситуация, знаете, по хилсам можно просто залететь с зажатой кнопкой и поводить там где-то по стенам. И раунд будет выигрываться. Ну что делает мистер Ди? Джекерс просто только что умер от дыма. Вот видите, очень легко все это было. Ну и вот, ой, зачем же так? Ну, надо было, да, надо было бежать. Вообще, конечно, в такой ситуации тут стоит дым до конца, конечно, всегда игрокам защиты оставлять. Он всегда пригодится, чтобы закрывать тэшку. Ну и, знаете, полегче было бы, наверное, игроку сейчас Гетаганг бы. Он мог подергать плент, по несколько раз нажимать диффуз. Ну, в общем, самый лучший... образом отыгранная была только что ситуация для игрока защиты. 4-4. Так продолжают играть Гетаганги с дримтимами. Напомню всем тем, кто недавно подключился на наш стрим, друзья, вы смотрите прямую трансляцию 10-го сезона Intel Challenge, номинации Point Blank. Сегодня играет группа E, это первый групповой этап, и абсолютно все матчи в группе будут сыграны. Ну, я думаю, с вами все эти три тура проведу тут, на стриме Point Blank. Ну и хочу сказать, что сегодня у нас будет первая трансляция по World of Tanks. Также начинается 10-й сезон. Тоже всех приглашаем, там будет комментировать Вилат. Диос минус 2 на винте, видимо, это проброс все-таки был. Хотя мог и просто подкинуть гранату с винта. Идет дальше Диос, так, он уже сделал минус 2 с каешки. Фури снова, ой-ой-ой, как он его забирает. Технично минус от Гарика. И вдвоем остаются игроки Гетаганг. Кстати, походу Dream Team сейчас их додавит и смогут выиграть первую половину. Хотя, смотрите, какой ответ неплохой. Малоснов один, но он непростой тоже игрок. Бомба стоит, 89 хп. Мистер Ди на стрите, на бетоне уже. И Малоснов берет раунд неплохо. 4-4. Это конец, 5-4, точнее, за Dream Team. Это конец первой половины. Ну, что можно сказать? Да, в принципе, наверное, ничего пока что. Очень равная игра, напряженная. Команды и игроки еще разогреваются. Я думаю, вот чем дальше, тем интереснее и тем напряженнее будут матчи. Ну, постоянно читаю наш ИРЦ-канал про ПБ. Африканцу привет от аргентинца, не вопрос. Ну что, Гарик вообще никого не убил с М200, вот пишет босс. Может быть, я не обращал внимания. Тапка, передай привет Солдавону 29. Привет, да, африканцы уже был. Кому тут еще? Братишки Реневалу, клану, конечно, могу передать привет. Аф, скажи, что Нега ник сменил? Да не знаю, надо у него спросить. Передай, так, ну, в принципе, пока что все, что я видел из сообщений на нашем канале, по крайней мере, в общем чате. Ну, вот еще, кстати, мне пишут, во сколько... По времени ты вчера играл после КС. Я могу сказать, во сколько я играл? В 3 часа ночи по Киеву, в 5 по России, если вот тебе так интересно. Так, привет, видел интервью Уха. Он говорил, что вы собираетесь создать команду мечты и нагнуть всех отцов нынешнего ПБ. Правда ли это? И скоро ли ждать? Ну, знаете, еще вот не точно по поводу этого.
Вот мы с Ухом там тоже думали, может поиграть нам в ПБ в аматорской лиге. И вот мы, возможно, если мы сможем засунуть команду в этот сезон еще, возможно, мы вот Соня, я, Уха и еще плюс два. Давай сыграем, Соня. Да какая разница, ну нам можно играть, мы же инвалиды, правильно? Короче, все, мы решили, ребята. Итак, мы играем в аматорской лиге, будет довольно прикольно. Вообще, на самом-то деле, вы завтра можете увидеть меня на стриме в СГГ. Мы, у нас будет шоу-матч олдскул КСеров. Ну, по-моему, еще на Киберарене этой новости нет, но довольно будет веселый матч. Я все равно даже знаю, что завтра будет шоу-матч на старых картах. Там, ну, в КС заходил очень давно, чтобы поиграть им. Конечно, так я каждый день захожу. Вот сегодня уже даже заходил, вот ночью. Сумасшедшая игра была, кстати, поляки Again против ДТС. ДТС сотворили невероятные вещи и просто выиграли две серии БО3 у самых титулованных кейсеров мира. 2-0-2-0 и заняли первое место на Intel Challenge. Это такую ночь, наверное, многие запомнят навсегда, кто вчера был со мной на стриме. Там порядка 2-3 тысяч в онлайне находилось, и это была супер шпилька. Ну, а у нас начинается вторая половина, уже был минус, уже забирают Гарика, и гетаганги атакуют. Важный стрит, двое тэшка. Нет, сейчас только один ботан туда вроде бы идет в район Аплента. Уже мост Мистер Ди проходит, давайте туда переключимся. Тут Джейкерс на дороге. Повезло немножечко Мистеру Ди, 13 кп остается, он выживает, и уже мидл пошел. Фанат один на точке, фанат. Где же фанат? А, уже все, уже подали по голове фанату. Фури снова его забирает, двое переход, ставится плент. Малоснов тут, ну, не выживет, наверное. Дает минус Саша, но как бы его уже со всех сторон обложили. Видите, тут и слева, и справа, и сверху. И, в общем, вдвоем они на этой позиции, и очень замкнуты. Да и, в принципе, что? Нет, пойдут выбивать, вот, смотрите, там тусовка в доме. Здесь просто засада, засада в доме сумасшедшая. 4 человека, 3 человека в доме, 1 на мосту. И, ну, что ты с ними сделаешь? Надо зайти нереально, но пытаться, конечно, будут. Здесь можно отдавать девайсы, здесь можно давать ставить бомбы. Здесь нет экономики, и поэтому в каждом раунде проходит бешеный экшен. Это мне нравится в какой-то степени. Раунд за командой GetaGang. Счет в матче становится ничейным 5-5. И абсолютно равная игра на сервере. Команды достойны друг друга пока что на этой карте ВВГ. Двое стрит, тэшка ботан, Малоснова в Диос. Пока что на А-плейте. Ой-ой-ой, Малоснова чуть не минуснули. 20 кп, по-моему, нет, стрит не идет. Ботан раскидывает тэшку. Мистер Ди на дороге с Гариком перестреливается. В это время Фуристов в респе контролит мидл. Сейчас Джекерса тоже увидит и будет перестрелка в центре. Ну а мы по-прежнему смотрим А-плент. Здесь начинается, по-моему, выход. Фуристов есть минус. Джекерса поймал на поджиме мидла. Тут хотел в спину Вин зайти. Не прошло. Гарик с мистером Ди здесь уже минуту друг друга пытаются убить, но также как бы война. Война полным ходом. Без минусов. Гарика больше погрыз сейчас, конечно же, мистер Ди, по-моему. Но минуса не было. А плент, все, сплит, 2 винта, 2 стрит и тэшка. Вот пошел выход. Диос там неплохо принимает. Мы смотрим уже вторую волну. Смотрим винт. Важный продавил уже Аплент. Малоснов в двойке, кстати, справа от Мистер Ди. Мистер Ди сюда не смотрит. Выходит Малоснов. Поймал его на гранате. 13 хп у Мистера Ди. Но минуса не было. Не повезло Малоснову. Правда, 3 в 3 можно играть. Минус от Фури снова. Перемычку перехватили. Сейчас винт будут смотреть. Все. Мистер Ди погиб. 13 кп было. У Гарика 17. Тут 17 Фури снова. В мусорке, по-моему, он сидит. Да. Уберем теги, посмотрим. Всю эту перестрелку не прошивается мусорка. Да, не хватает, конечно, ПБ вот этих вот кейсерских прострелов. Было бы повеселее, потому что, ну, когда прострел отнимает там по одному, по 2 хп. Ну, было бы веселее, я думаю, если бы был бы... Были бы жесткие прострелы. Ну, смотрим, Гарик диффузит бомбу, напрягает. Ну, я думаю, важно тут в такой ситуации, конечно же, разберется. Все. Не Гарик, а важно разберется. Гарик так разберется, Гарик взрывается. 6-5. Вперед выходит. GetaGang 2. Миссия, ну, как бы у нас овертаймов здесь не было. Такое может быть легко. Ну что, двое тэшка, двое стрит, тэшка ботан, мистер Ди мост. Вот в этот раз Гарик ему нормально там прорядил, 7 хп осталось у мистера Ди. Фури снова в респе, тот же дефолт играют GetaGang. Вот ботан постоянно ходит на плент, пытается здесь понапрягать. Ну, знаете, очень агрессивно здесь. Конечно, Point Blank он
позволяет делать чеки, вот особенно такой скилл, как ловкость плюс 2, быстрые стрейфы. Ну, здесь бы, как вы супер, вы задротом не были, все равно вас могут легко прочекать. Ну, эти людям, которые не играли в ПБ, для начала, вот, наверное, непривычно наблюдать некоторые моменты, когда там люди друг перед другом бегают, но это абсолютно нормально. Здесь довольно сложная стрельба, если честно. Мистер Ди, Дарк Агрессор, красные. И куда они пойдут? Мистер Ди, мост. Ой-ой-ой-ой. Дарк Агрессор, мидл. Там Джекерс сейчас может вырубить обоих. Джекерс в дом зашел. Да ладно. Ой-ой-ой, здесь уже вообще полный десант в доме. Ну и стяжка от Dream Team тоже пошла. Фури снова на дороге. Чекает машинку. Нет, там никого за машинкой. Видел Джекерса на ступеньках. Там сейчас целая куча игроков выходит. Убежал Фури Сноу. Бомбы-то не стоит. Вы знаете, очень интересная ситуация. Если бы бомба стояла, было бы еще нормально, но... Атака засела в доме, а к планту их не подпускают. Фанат дает минус. А вот кто-то пытался ставить бомбу. Здесь фанат очень сильно напрягает. Да, тут двое сейчас перекрывали важного. Минус от Фури снова. Джекерс на планте. Ну и знаете, сейчас, по-моему, ДТ должны затащить раунд, если Фури снова не пропрется. Сейчас увидим. Давайте за ним смотреть. Он ждет, чтобы не зашли в дом. А, ну, нужно атаки действовать. 20 секунд нужно... Точнее, осталось до момента с бомбой. Нужно действовать. Нужно шевелить булками. Все понимаете, это Фури Сноу полетел на дорогу и сейчас просто в лоб пойдет атаковать. Но выбора нет. Ой, как тут сложно. Тут справа игрок. И за плентом, по-моему, есть игрок. Ну, по крайней мере, вот в пленте даже Джекерс, фанат. 6-6. Снова ничья в матче. За Малосновым посмотрим, он идет в аркаду, поджимает эшку, берем теги, они пока что мешают, чекает аж респаун, там никого, Джекерс минус, война вообще на медле, жесткая, равный размен, неужели пытаются ГГ продавить, походу действительно продавливают катухи, хотя вроде бы их прогнали, Диос сейчас их спину подожмет на свинта, ой, с обмотом идет, Джекерс минус ботан. Прется Диос, а какой момент веселый, важный, легко забирает Джекерс. Джекерс, если у него поддержка здесь на точке, да, там Гарик на дороге, минус от Малоснова еще, и, по-моему, сейчас Dream Team выйдут вперед, как равно играют команды сегодня. Да и, кстати, знаете, таких супер жестких моментов раздачи я вроде бы еще не видел, ну, как бы не пропускал и моментов. Так, привет Кубану и Берсту из Excuse, спасибо. И маркеру от Бу также. Бомба стоит, Джекерс один и Гетаганг разруливают раунд. Невероятные персонажи из Гетаганг тащат. Ну что, даешь продолжение? Даешь продолжение, у нас 7-6 и по-прежнему не... Извините. И по-прежнему не ясно, кто станет сильнее и кто выиграет. Точнее, кто сильнее, кто выиграет. Кто станет сильнее. Это трудно, наверное, себе представить. Трое, мидл, ё-моё. На мосту был сделан фраг от Фури снова. И трое идут сейчас давить мидл. Точнее, уже продавливают. Фанат забирает важного. Дорога идет, уже двое на планте. Нужно ждать быстрее. Ребята там по мосту как-то опаздывают. Малоснов уже сейчас справа будет обходить с мидла. И тут ботана могут чемануть. Ой-ой-ой, свой поджал. Агрессор минус. Дороги Диос. Что у нас в дом заходит? Хаешка в дом. От фаната. Бум. А, это дым был? Да, лол. Дым, конечно, не испугать здесь. Игроков атаки. Еще одна граната. Но тут легко распечатывают диффузящего Фури снова. Минус от ботана. И Диос один. Хорошо рвут сейчас. Очень хорошо рвут сейчас ребята из Гетаганг. И уже, конечно, отрываются довольно серьезно. На два раунда счет 8-6. Два раунда до победы на первой карте. Два раунда до победы на первой карте. И ребята из Гетаганг 2, я думаю, сейчас очень хотят выиграть ВВГ и дальше играть ДЦ. В принципе, как бы, наверное, по стратегии группового турнира всегда очень важно, как бы, выиграть первую карту. И вообще первое противостояние БУ3, чтобы заработать 3 очка. Там как-то дальше потом полегче все идет. Но это не значит, что если вы проиграли первый тур, что вы там дальше не потащите. Просто дальше, конечно, команда может собираться и вытягивать. Но первые игры всегда сложны, потому что бывает, что не успел разыграться, бывает, что-то так не так, и... Конечно, дальше будем смотреть за ДЦ и как там уже будет играть команда. Итак, двое видно, Малоснова выходит, даже трое на винте, Малоснов забирает одного, Мистер Ди взрывает сам себя, вот это мясо.
Ну и вот атака немного захлебнулась. Важно перед Тэшкой. Тут Гарик, он контролит Гарика, зажал. Один хп остался у Гарика. Минус ботан на винте. Агрессор чекает, как раз сдился, но пытается прятаться. Пытается прятаться в основном. Здесь перед винтом. Нет, пошел на Диуса. Нет, вернулся. Пошел мидл. Есть контакт. Ну что? Молоснов. Взорвали Молоснова. Диус минус важный сразу разменял. Такой контактный у нас момент был. Гарик 1 хп. Помним, и 110 у Джекерса. Гарик, по-моему, поджал Тэшку. Да. Привет команде Quad от Flash. Окей, привет, Тафа, Покерфейс, тебе также привет. Молимся, пишет Ботан. Ну, сейчас посмотрим. Тут хороший момент, знаете. Ну, просто, видимо, не знаю, сколько у Гарика там хп. Вот если в КСе можно определить, там, ты даже когда стреляешь, ты приблизительно знаешь, сколько холсов осталось у соперника. Ну, в большинстве эпизодов. Ну, в принципе, в поинт-бланке посложнее, потому что такого понятия, как кровь, нету. Оно есть, но она либо брызжет просто после любого попадания, либо ее вообще нету. Вот в этом самая сложность. И сколько хп, конечно, тут и по хедшоту тяжело определить, особенно учитывая, что есть маски, которые сбиваются, и ты не поймешь там, что там по хелсам. Да, сложнее определять хелсы в поинт-бланке, однозначно. Гарик с 1 хп берет раунд. Вот такой непростой парень. Так, привет, передали мы всему ГГ от Фуриснова. Окей, тоже передали. Но борьба продолжается. Да, вот в КСе в основном, знаете, можно не очень легко хелсы определить. И даже вот там точно сказать, там попался ОП, ты знаешь, там через текстуру, через стену, там знаешь, там 49-48 хп. Зигла там столько отнимается, с оружия столько, в тушку столько, в голову столько. Конечно, сложнее с этим в поинт-бланке. Можно только интуитивно сказать, что я зажал, там очень много дэмэджа дал, но насколько много, то есть сам до конца не можешь знать. Минус от важного. Взрывает он Джекерса. Диос, неплохо. 4 в 3 ситуация. И есть на мосту мистер Ди, есть в доме игрок, это дарк-агрессор. Ну а что будет делать атака? Вот вся надежда на Фури снова, что он тут сейчас разрулит ситуацию и пораздает хедшотов. Так, есть вот первый соперник, увидел в мидле. Смотрим за продолжением. Под мост. Двери закрывайте, друзья, пожалуйста. Видите, у нас вот так вот. Так у меня весь стрим проходит. Закрывайте двери. Минус 2 от Фури снова. Ой, хорошо, как хорошо! Фанаты Молосного остаются вдвоем. И 2 в 2. Подождите, 2 в 2 пока что. Оп, есть, поймали мистера Ди. Фури снова 85. Очень важный раунд для... Сейчас для ДТ они должны сравнять счет, если хотят камбэчить. Фури снова как тяжело, запилили его. 4-3 во второй половине, 8-8. Снова ничья. Не отпускают Dream Team далеко вторых гитагангов. Раунд в раунд идет игра. И, конечно же, чем все закончится, я не знаю. Да, в футбол играешь? Конечно, играю в футбол. Только в Pro Evolution Soccer, не FIFA. Так, почему магазин такой ступой стал? ОП раньше стоил 100 тысяч, а сейчас 140 на 30 дней. Поменяйте магазин, плиз. А вот бывший донат за очки оставьте. Лол. Веселое сообщение. Трое стрит. Диос минус. Фури Сноу. Даже не знаю, кого включить. Давайте вот посмотрим Гарика. Ой, Гарика уже не смотрим. Важно, его сбривает. 4 на 3 ситуация. Ух ты. Очень сильно зажал сейчас. Трое в центре. Молоснов. Сейчас винт там подымется. Должен подразрывать. Да, поднялся винт. Молоснов в двойке. Бомба была установлена. Джекер спину жмет. Молоснов. Минус от Молоснова. Хорошо. Минус от Фуриснова. Джекерс. Ну и что? Джекерс один против двоих. Вот нужно ему сейчас тащить, чтобы был матчпоинт у Dream Team на игру. Но матчпоинта, наверное, не будет сейчас. Ага. Хотя может и быть. Ну, в любом случае, у кого-то будет матчпоинт. Либо сейчас у ДТ, либо у Гетаганг 2. Фуриснову, конечно, нужно тащить. Его тиммейт подставил, конечно. А он тут неплохо сидит, кстати. Смотрите.
А, ладно, лол, упал. Джекер сам зря бросил диффуз. И сейчас не успеет из-за того, что бросил диффузить. Жесть, какой момент. Вся команда Dream Team сказала: Джекер, ты... Как ты мог, как ты мог? Эх. Ну, он испугался, да, что там, там, конечно, неожиданная ситуация. Он испугался, что игрок бежит по парапету, пропрыгивает и сейчас запрыгнет ему на голову. Но игрок Гетаган упал, это, в этом самый прикол был. Он должен был слышать, как тут шлепнулся вниз. Ну, жесть. 9-8. Конечно, нестандартный раунд, нестандартная ситуация. Ну что, минус от важного, минус Гарик. Это стрит. А плант вообще не держится Dream Team издалека. Полностью издалека они держат позиции. Вот Диос только подошел, по-моему, с бетона. Сейчас будет подымать все. Ух ты, минус от Диоса. Минус от важного. Забрали Диоса. Куда тут ботан влетел вообще в точку? Там вообще на Б вся команда Dream Team. Двое на мосту. Не пом... Важный поставил, по-моему, бомбу на Альфе. Ого, сейчас такое начнется на карте. Джекерс убегает в Т-шку, фанат остается на Б. Они слышат атаку, которая убегает. Сейчас, сейчас Фури снова спину должны убить. И повезло. Повезло вот спину, летели ему патроны, просто повезло. Последнюю секунду его увидели, Малоснов сейчас на бетоне, по-моему, получит. Нет, с граната забирает игрока, за ним Фури снова бежит, не попадает. Есть минус от Фури снова, двое на двойке. Фури снова, мистер Ди воюет. Его забирает игрок Dream Team фанат. И что, Фури снова 1 в 2, и если он возьмет этот раунд, то... Команда берет... Нет, 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 нет. Команда ничего не берет. Это овертайм на первой карте. Ну и счет у нас пока что ничейный 9-9. Меня спрашивали: Тав, какую ты игру больше всего любишь стримить? Я даже не знаю. Dead Island я больше всего хочу постримить и, наверное, люблю это дело делать. Ну, либо вот будущее Diablo. Либо Pro Evolution Soccer. Вот эти игры мне нравятся больше всего стримить, я думаю. Ну, Counter-Strike, потому что он... Это Counter-Strike, ну и Point Blank. Потому что это мега-фан. Но просто Counter-Strike и Point Blank — это довольно длинные матчи. А вот если стримить там PES, это четко, у тебя есть ограничения по времени. Вот будущие битвы в Diablo будут очень яркие на арене. Там тоже все очень быстро происходит. Но очень много экшена и раскладов интересных. Поэтому... Да, вообще много игр интересных, которые очень приятно стримить. Привет Глобнику. Так, Тав, здорово, привет клану Brilliant Rapture, X Black Red. Да-да-да, это постоянно проходит на нашем канале. Что еще? А как вчера прошла вторая карта у игроков ГГ и Excuse? Ну, ребят, ну, абсолютно вся информация есть на сайте на pb.kiberarena.tv. Там есть все группы, все расписания, все результаты и как бы все четко. Ну что можно сказать вам? Вчера Гетаганги и Sounds Good прошли с первого и второго места соответственно. У Гетаганг все победы. 10-5-10-4 напротив СГ. Потом Гетаганги на трех картах обыграли Excuse. 8-10 проиграли, потом 10-5 выиграли, 10-1 на ДЦ добили Excuse'ов. И потом у НФ выиграли 10-1-10-5. Ну и команда СГ Sounds Good заняла второе место. В последней игре они смогли обыграть Excuse. Вот так вот. Ну и еще непонятно, что там у группы C. Там остался матч Бигри против R2K. И еще будет переигран матч, по-моему, R2K Colors. Но я точно не знаю, может быть, его уже переиграли. Так, по три раунда. По три раунда в атаке Dream Team. Гетаганг защищаются. Это овертайм на первой карте. Ну, ребят, буду надеяться, конечно, что мы сегодня с вами все посмотрим. Но если, конечно, будет там супер-мега-куча овертаймов. Пока выкидов не было, все шло вообще идеально. Но если вылетов не будет, тогда, я думаю, как бы это не страшно.
мы расписание в любом случае как-то да, догоним. Смотрим на карту Dream Team. Малоснов, Тэшка, Джектер Стрит, Диос Винт. Двое мост. Фанат уже мостом начинает накалять. Уже снял-то мистер Ади. Вот не успел переключиться на фаната. К сожалению, нету, опять же, биндов по каждому игроку. И вот невозможно в нужный момент на нужного игрока переключиться. Вот в КС я себе такое сделал. Ну, надеюсь, что, возможно, и в поинт-бланке мы такое себе сделаем. Еще отдам вот нашим программистам поинт-бланк, чтобы они его поразбирали на части и немножко изменили мне интерфейс стримерский. Ну, кое-что хочется поменять в трансляции поинт-бланков. Во-первых, хочется очень сильно поставить прицел нормальный, а не вот эту вот зеленую точку, которая постоянно мигает. 4 в 4, ребят, очень медленно ДТ аплент уже выходит. Вот сейчас... просто залепили агрессора очень жестоко. Ух, как тут Джекер с Малосновым. Такие хэдшоты поставили. Малоснов вообще через дверь пробил голову парню. Ну и Джекерс очень жестко поставил. Ботан остается один. Походу, Dream Team сейчас выйдут вперед в этой серии. Ну, в принципе, очень удачно, что они будут сейчас атаковать в первом овертайме. Во втором они будут, конечно, начинать защите, если таков будет. Минус от Ботана. Минус Джекерс. Как-то тут Малоснов тоже в планте потерялся. Минус 2 от Ботана. На двойке нет. Ну, двойку уже остановили. Пури снова последний отстреливает. Двойку нет. Здесь хорошо играет Фанат. Также делает минус 2. Ну, и это 1-0 и 10-9 за командой Dream Team. Еще два раунда в овертайме. Так, как настроение, как жизнь? Отлично настроение, отлично жизнь. Клан Веселый Молочник, привет. Тот же дефолт от ДТ. Важный также на винте. Фури Сноу, кстати, под мидлом. Там за ящиком еще смотрит врыв к нему. Мистер Ди в доме смотрит фаната. Опять фанат сейчас будет убивать мистера Ди. Либо наоборот, сейчас посмотрим. Давайте уберем, уберем теги. Тут уже и Гарик подтянулся. Да, здесь двое, видели, там красная шапка какая-то была. И еще один игрок. Граната на спуск, выжили из дома мистера Ди. Хелпа пришла. Фури снова здесь на точке. Ну и пока что, знаете, это такой фейк. Растягивают, растягивают там дом. Но пока что вроде бы Dream Team. Джекер Стрит вышел, все. Вышел Стрит, вот она в спину не убил. Сам упал на бетон, куда ж ты, куда ж ты летишь? Ой-ой-ой, два игрока его просто запиливают неимоверно жестко. Малоснов дает минус Dark Aggressor. У нас еще война продолжается на пленте. Что, на Б война, на А война. Не знаю, кого показывать. Диос минус 2. С двойки Фури Сноу на Б. Что происходит? Малоснов ставит плант на Гарика, убивают. 2 в 2. Все, атака в Т-шке. Где-то ганги бегут выбивать. Ну, знаете, сейчас должны взять по раскладам Dream Team еще один раунд. Походу, они... очень жестко собрались, по-моему, они вытащили сейчас игру, мне так кажется. Так, если сделать 3-0, то, скорее всего, они затащат. Хотя, опять же, ждем ответа от Гетаганг 2. Малоснов сразу же накидали хаешек, посмотрите, не подпускают к пленту. Да, о, хороший дым, далековато, но надо было перед дверью ложить дым. Смысл бросать диффуз, ну... ты знаешь, что ты проиграешь раунд, а так у тебя есть хоть какой-то вообще минимальный шанс того, что ты в бомбу раздиффузится. А может быть, нафейлится, может быть, они в тебя не попали. Ну, по таймеру уже видно, что все, нет смысла зажимать и стрелять в пацанов, потому что бомба по-любому взрывается. А вот какой-то шанс все равно был у игрока, и он мог пытаться диффузить бомбу до конца. Вот зачем бросать такую ситуацию, просто поубивать? Ну, в этом нету поинт-бланки, вот нету смысла. Опять же, нету экономики, и нет смысла убивать девайсы, нет смысла у себя сохранять, поэтому можно было пробовать. Ну, ладно. 11-9. И последний раунд первого овертайма. Точнее, первая половина овертайма. Пока что хорошо, хорошо идут Dream Team. Кулбой, привет от ПБ-68. И игроку Fuck the Donuts. Привет от Ежары. Отличный ник, конечно. Мужик, ну что за песня играет на каком-то видео на какой-то минуте? Ну точно тебе не могу подсказать, особенно сейчас. Вот я сейчас все бросил, взял, зашел по линку, запустил мувик, промотал на 2 минуты 20 секунд, посмотрел песню и сказал: ага, братан, это вот эта песня.
Нет, так не получится. Минус от фаната, мидл пошел, Фури в, под плентом. Ой, сейчас его взорвут, наверное. Бум. Нет, повезло. Минус 2 от Фури снова. Вдвоем Dream Team остаются. Это значит, что гетаганги так просто не сдадутся. Сейчас они хотят раунд в защите взять, но Гарик попался. М200. Где Гарик? Ага, он в доме. Он сейчас переход может законтролить. Ну, тут серьезно. Знаете, если Джекер сдаст минус, либо Гарик, то все будет очень круто. Они уже на Б. Здесь один ее Батан. Туда, по-моему, Гарик целился. Нет, Гарик выкинул М200. Мы увидели только, что она улетела. Батан пробегает к дороге. Джекер спот плент. Нет, на винт уходит. Гарик сейчас дорогу будет перекрывать. А, он с Аугом уже. Ну, окей. Ну, здесь вся уже команда Гетаганг на точке. Dream Team, вам нужно что-то вот думать, да. Там сейчас Гарика щеманут. Сейчас подымется Джекерс. Он будет тут крайне удивлен. Давайте я уберу теги. А Джекерс на пошел ставить бомбу. Оставил Гарика на мясо. Ну, не, я бы в такой ситуации играл бы вдвоем все равно. Ну, ну что, смысл? Сейчас Гарика сольют, и все. И он будет один против троих. Ну, вот и Гарика и сливают. 7 хп вот его остается. Да, сейчас Джекерс, конечно, поставит бомбу, но Гарику не выжить здесь. Он пытает, он тянет время, да. Он красавчик, конечно, но... Надо было сваливать раньше. Бомба установлена. Вот сейчас ГГ уже понимает, что... Ого. Бросать надо. Джекер с двойки, кстати, будет сейчас вплотную принимать пацанов в упор. Все, поймали Гарика. И на увидели Джекерса. Джекер ставит хедшот. Хорошо. Ой, молочак. Одного отгрыз. Сейчас второго... Может минус 2. Да, минус 2. 21 хп. В спину жмет агрессора. Еще и через текстуру поставил хедшот. Ну, красавчик. Итак, ребята... Заканчивается первая половина первого овертайма. Может быть, и последнего. И счет минимальный. Точнее, минимальное преимущество команды Dream Team 11-10. И вот теперь вторая половина. Так, Таф, забань Вангу, плиз. О боже. Игрокам Эпик, Психу и Шотшоку привет от Кирилла. Да, тоже читаю все. Вы лучше праки ищите на нашем канале про ПБ, чем больше переветы передавайте. Там задрачивайте топов вопросами о том, как играть, что играть, как делать, какие разрешения ставить, какие скиллы ставить. Черт возьми, как тренироваться, в конце концов. Тафа, устаешь? Я нет. Я ж опытный стример. А поэтому я как бы не устаю. Не, понятное дело, устаю, если там комментировать, там, черт знает сколько карт подряд. Ну что ж, поехал второй овертайм. Вторая половина, точнее, опять ошибаюсь постоянно. Ну ничего страшного. Так, Dream Team. Dream Team в защите, Гетаганг атакует. Dream Team нужно взять 2 раунда в защите, чтобы выиграть этот матч. Гетаганг нужно взять 3 за атаку, 3 из 3, чтобы выиграть также эту игру. Ну или еще 2-1 в пользу Гетагангов, тогда у нас будет еще один овертайм. Да что ж такое, это сюда зайдет. Упс. Что, давайте продолжать смотреть, друзья, за моментом. Да что ж такое-то сегодня за день вообще, что... Бомба была установлена. Извиняюсь, друзья, но просто сегодня у меня какой-то вообще невероятный день. Все мне решили позвонить в одно и то же время. Просто телефон не угомонивается. Агрессор. Успевает Гарик, хорошо. Вот, в принципе, начинаются матчпоинты сейчас и... Бомба деактивирована. Ну, давайте смотреть, смогут ли гетаганги взять 2 из 2. У меня просто какой-то бешеный китайский телефон, я даже не знаю, как здесь беззвучный режим сделать. Я не представляю, я вам как-нибудь его покажу. Он мега адский. Телефон долларов за 30, наверное, максимум. В котором есть телевизор с антенной, тупо ты включаешь телефон. Там есть телевизор, две карты,
Конечно, камера написана здесь, ребят, 13 мегапикселей. Ну, она даже не 1 мегапиксель. Ну, просто бешеный паленый китайский телефон. Ну, в нем столько функционала. Это я просто в шоке. Даже какие $30. Он, наверное, стоит 5. И второй бесплатно. Так. Возвращаемся в матч. Все. Важный момент. Гетаганг нужно тащить 2 из 2. Вот теперь посмотрим, как играет команда на изжоге. Гетаганг 2. Не путайте. Второй состав. Вторая команда. Вот сейчас очень аккуратные такие. Стрит там аккуратненько очень идет. Дарк агрессор и важный. Батан в Т-шке аккуратно. В РСПе. Мистер Ди очень аккуратно играет на мосту. Вот, вот сейчас понимают, что уже жареным попахивает. И нужно собраться. Нужно выводить игру на второй овертайм. А это может не получиться. Это реально может не получиться. Контакт есть. Ох, как тут Дио сыграю. Ой, молодцы, конечно. ДТ, винт идеально только что. Клево разыграли вдвоем. Тимплейненько. Минус от Гарика. 2 в 5. Ну, тут, по-моему, база. По-моему, это база. Агрессору и важному. Минус от Джекерса. Важный последний. 6 кп. Его ломают. Победа. Победа. Поздравляю команду Dream Team с победой на первой карте. Счет в игре 13-10. Также хватило одного овертайма в этом матче, чтобы завершить встречу. Ну, в принципе, тоже неплохо. 13-10. Давайте поставим 13-й раунд. Чтоб уж так, на верочку.